17 апреля на базе Центральной библиотеки имени Фазо Алиевой города Каспийска состоялось вручение ордена мужественно-посмертно героям России, участникам СВО, сержанту Ильману Ибрагимову и рядовому Исламу Раджабову, которые защищали нашу родину, несмотря ни на что. Перед началом мероприятия заместитель главы Каспийска Гусейн Мункилов обратился к близким и родным погибших солдат. Я хотел бы от имени главы города, от себя лично еще раз вам сказать искренние слова соболезнования. Вам хочу оказать большое вам спасибо за ваших сыновей, которые выросли настоящими героями, защищали нашу родину. Они всегда будут в наших сердцах, в нашей памяти. Напомню, что на протяжении тысячелетней истории Отечества сильные духом солдаты отчизны неизменно в боях и сражениях ковали славу и победу, отбрасывая захватчиков далеко за пределы наших границ. Вскоре для проведения церемонии награждения были приглашены специальные гости. Это военный комиссар Марат Пашаев, заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска Аза Алиева, начальник управления культуры Мурат Магомедов. У нас тяжелая миссия сегодня. Она и грустная, и в какой-то степени торжественная, потому что мы сегодня отдаем дань памяти нашим ребятам, боевым нашим товарищам, которые выполнили эту боевую задачу ценой своей жизни. Не прятать за спины своих друзей, вот, невзирая ни на что, они выполнили эту задачу, не дрогнули. Очень тяжело, конечно, терять близких, для нас они тоже родные. Вот мы также переживаем за них. Но, к сожалению, такова война, что она вот забирает самых дорогих нам ребят. Как отмечают представители ведомств города, имена солдат навсегда останутся в нашей памяти и будут увековечены в городе. Их пример будет вдохновлять на труд и на подвиг наших современников и потомков, всех, для кого понятие «Родина» священно. Отметим, что украсили мероприятие стихотворениями члены клуба молодого патриота имени Героя России Нурбагандова и юноармейцы школы номер 1. Завершилось награждение минутой молчания в память о всех погибших солдатах.